Ребята, всем привет! Вот и открытие. Скоротки наши. Сегодня охотимся шестером. Долго мы его все ждали. Ситуация по гусю у нас очень плачевная в районе, да и в соседних районах. Получается, что если вот здесь мы, гусь пошел Гродненщина, северной частью Беларуси, и Гомельщина, чуть-чуть южнее. Ну, а мы, как всегда, в пролете, уже второй год. В итоге целую неделю разведки, пару полей только, ну, не знаю, я за неделю видел где-то гусей 50, в общем. Вот здесь Леха вчера нашел хорошее поле, но гусей немного, штук 20 где-то прилетает сюда. Вчера с вечера, с ночи закопался, а мы сегодня пришли, оказывается, мы закопались прям к людям под скрытки. Вот сидят... Ребята, помашить! Ну, ребята знакомые, все нормально, как бы... Ну, ночью копал, как бы не увидел. Ребята знакомые, все скооперировались. Будем стараться добыть гуся. Как бы гусики сюда прилетают. Вчера Леха тут видел неплохую стаю, но она вроде как-то прилетела, что-то посидела пару минут и улетела. Нету, короче, особой надежды на то, что она опять прилетит, но возможно. Но постоянно штук 20 сюда летает. Плюс лебеди. Но лебеди стрелять нельзя, к сожалению. Ну так, охотимся. Открытие. Поспеши. Поспешил. Есть, есть. Есть, есть. Тоже, тоже готов. Готов, готов. Сейчас он упадет. Тут же где-то еще один падает. На, Макс. Тройки прям три выпало. С первого налета тоже три выпало.
Ну и тот, блин, подранок последний, но утянул, тоже придется поискать его. Ну хорошо, так по-темному со всеми налетели еще. Я нашел этого белолобика. Леха! Ну видишь, развернулись и вернулись, еще раз налетели. Ветер, а может открытие, что они еще, бляха, толком? Ну там же еще один где-то лежит на поле. Этот вообще далеко лежал. Ну. Ну хорошо, хоть так. И я прошел его буквально 10 метров. Потом развернулся, смотрю, гусь лежит. О, с поля. Блин, и так супер, слушай. Я думал, хоть что-нибудь. Будем искать. О, Леха, забери, пожалуйста, чтобы я не вылазил. Чтоб Димон чуть-чуть позже, мы бы их вообще расстреляли красиво. Лебеди сели. Все, я пропускаю на вас. Бьем, бьем. Да, они спалили в последний момент и начали подниматься. Видел, как вот так уже уходили? Я уже думал пропускать сюда. Один выпал. Нашел? А, вот. А не, он по корпусу раненый, видишь, у него этот самый, по корпусу раненый, нормально крыльями машет. Загонка на гуся. Сядь, Димон! Опор! А видел, как я его конкретно? Я не видел, как он вообще какой. Как он выпадал? Я не стрелял даже. Блин, если бы эта стая нашла сюда, так бы вообще было ничего. Короче, что-то не понравилось гусям. И отвернули в самый последний момент. Ну, голов 60, там было 70, наверное. Много глаз, много нас, охотников. Я даже не стрелял, короче, просто ружье вскинул. Два налета, ну, даже три, можно сказать. Это первое, они крутнули там. Мы рассчитывали на меньшее. О, о, гусь, 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 один. Вот и летит на нас. А вон и стайка летит. А, это лебеди. Вот он за лебедями, смотри. Видишь, один, одиночка. Пошел и пошел. О, радуга, мах. Радуга, бля. Сейчас с радуги гуси пойдут. Видишь? Гуси, гуси, гуси.
Вот это да, открытие. Димон, покажи гуся. Красава. Большой, большой. Вот тот же подранок был большой. С полем. Тоже вот заметили? Ну, этот хороший, этот поменьше. Блин, ну несмотря на все сложности, ну мы... Что-то не нравится в маскировке. Уже подходят, уже почти под выстрелы. За метров 50 отворачивают и уже на пределе, получается, стреляем. И мне так третьему вообще. Так, ну 8 пока, еще 2 ищут. Короче, решили собираться, потому что солнце вышло. Если что-то и прилетит, то оно, скорее всего, не налетит. Все-таки народу много, тяжело охотиться. Надо более обстоятельный такой скрадок делать. Будем собираться. Сколько? 9 часов. Заканчиваем охоту. Нашел! Так, ну что, ребята, вот такое вот открытие получилось. Одного подранка не нашли. Ходили поисковая экспедиция, Макс, Димон. Все ребята... Нормально, что ребята попали знакомые. И вообще так получилось. Вчера Леха приехал и подождал, пока гуси улетят. Уже ночью пришел, выкопал скрутки. Буквально там, сколько, 30 метров, да? 25-30 метров. И не увидел ямки. Ну, нормально, что все хорошо получилось, и мы вместе поохотились, и с отличным результатом, как бы. Получается, два подранка не добрали, один просто утянул куда-то, не видно было, а второй вроде падал, но там машина стояла, две машины стояло, может, забрали, может, что. Ну, в общем-то, такое вот открытие, возможно, это самая лучшая охота в этом сезоне, потому что гуся вообще нету, как бы. Будем надеяться на лучшее. Да. Будем надеяться на лучшее. Да. Будем пытаться, наверное, куда-то поедем. Хотим с Димоном куда-то поехать подальше. Вообще, пишите в Инстаграм там мне. Короче, хотим куда-то поехать. Если есть гусь, зовите, постараемся. Северные районы, Витебщина, Гомельщина. Могилев. Какой ветер вообще? Реально ветер поднялся просто капец. Если бы мы еще сидели, то профиля просто бы сдувало. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в годе.